теперь мы зайдем. Не знаю. Мама, мы за ручку должны зайти. Чтобы... За ручку? Ну да. А что это такое? Где? Девочкам вниз. Девочкам вниз, мальчикам вверх. Не знаю, может, туалет имеется в виду? А может, имеется в виду, что девочки любят вниз опускаться, а мальчики вверх. Не знаю я. Я не знаю. Угомонись. Пойдем. Мы на какой этаж едем? На самый верхний. На самый? Да. Это четвертый, я не знаю, он работает вообще. Погнали. Я думаю, что тут ничего не работает. Зачем мы сюда приехали, да нет? Да? Ну как тут красивенно. Аисты, лалеки, детей. Детей привет. Я говорю эти. Аисты, лалеки, детей при это. Притащили, да. Ну лалеки же детей приносят семьям. Правильно или неправильно? Лалеки же детей приносят или неправильно? Аисты, да. Аисты, это же лалека по-украински. Это не покидаю в садике. Чего? Можно послушать меня. Да, я тебя внимательно слушаю. Пойдем. Попрыгну на него и полечу. И полетишь, а ты это сказал, и я это услышала, и не один раз, я тебе даже больше скажу. Вау! Вау, хочешь я тебя возле цветастого деревца того сфоткаю? Не, ну это я не знаю, но, наверное, не работает. Нет, наверное, нельзя, потому что не работает оно, нет фишечки это. Ну, давай я тебя сфоткаю. Так. Давай с тобой поиграем. Давай. Кто первый, так сейчас, я настрою. Но дело в том, что здесь тоже нет мячика, оно все не работает. Наверное, просто вынесли зачем-то, я не знаю. Кстати, мне кто-то из зрителей писал, что вот этот вот аппарат Мирыч, что он на самом деле не настоящий. И он как бы в конце немножечко приопускает игрушку. А ну ничего здесь не работает, что ли? И он как бы немножко отпускает игрушку, и ты ее не можешь забрать, понял? Да. То есть дурят нашего брата. Хотя когда я была маленькая, было полно ситуаций, когда люди выигрывали игрушки. Кстати, здесь стоит одна игра 50 рублей, а вот в апельсине одна игра 20 рублей. Да, можешь залезть, посидеть, я думаю, никто нас за это не выгонит. Залезай. Танк приключений, танк adventure. А? Привет, можно тебя пофотографировать?